А сейчас, девочки, такой решающий вопрос. Давайте, это будет у нас такой ресурсный вопрос. Мы используем здесь ресурсную колоду карт, не смысловую, не рабочую, ресурсную. Все, кто у меня знаком с картами, я вам объясняю, да, чтобы вы понимали, как техника работает. И сейчас мы будем отвечать с вами на вопрос, что мне поможет иметь здоровую привязку, а не больную к нему. Нормально оценивать нашу связь. Что мне позволит, какие мои действия, какие мои самоощущения, какие мои шаги позволят мне иметь здоровую привязку к этому мужчине. То ли он первый встречный, то ли он 2 недели мы только вместе, то ли мы, допустим, там 15 лет вместе. Что мне поможет, какие ресурсы мои собственные, внешние действия, внутренние ощущения мне помогут на эти отношения смотреть по-здоровому, здорово быть к нему привязана, а не по-больному, как я сейчас вычислила. Итак, карту давайте от 1 до 4, давайте, от 1 до 4. Ставим номер. Какую карту выбрали? Ставим номер. Так, и карта номер 1, давайте, поехали. Карта номер 1. Очень люблю эту карту. Карта номер 1. Видите ли вы здесь себя? Если видите, то где? Видите ли вы, может быть, своего мужчину здесь? Если видите, то где? Что вообще здесь происходит? И какие, что вы можете, что вы должны делать для того, чтобы эти отношения по-здоровому воспринимать? Не по-больному. Чтобы привязка была здоровая, а не больная. Давайте, поехали. Карта номер 1. Поехали. Угу. Поехали, что видим? Давайте, карта номер 1, девчоночки, поехали. Так, я маленькая, а он меня защищает. Угу. Вот такое ощущение, да, нужно проработать. И еще что, я енот. Угу. Я тоже, кстати, енот на этой карте. И ты енот, и ты что, смотри, делаешь? А он что делает? И что надо, на что надо ставить акценты? На что надо ставить акценты в ваших отношениях, чтобы здоровая привязка была? Вам на что нужно? Вот, и вот, и Таня енот. Такое шило в одном месте, да. Я вижу себя, и свои ресурсы помогают мне лететь в жизни. А, правильно. Ага, себя и свои ресурсы. Ресурсы нужно накопить. Правильно, Оксана? Молодец. Так, я управляю, он реализовывает, да. Что мне нужно делать еще, чтобы здоровая привязка была? Давайте. Ее ПРСТ мне поможет енот. Двигаться в одном направлении, цели общие, молодцы. Нужен кто-то более опытный. Угу. Взять ответственность на себя за свою жизнь детей. Угу. Довериться мне, нужно ему довериться. Угу. Верить в мужчину. Угу. Жена направляет, мужчина поддержит. Благодарить мужчину за то, что он нас ведет. Молодцы, смотрите. Благодарить мужчину, да, то есть здоровая привязка. Угу. Общая цель, молодцы. Я сова, супер, Ивана, давай, Розетта, распаковывай. Угу. Доверие. Я сова, позаботиться. Я сова, тяну испуганная, хочу отпустить. Ресурс. Ресурс тогда в чем? Что мне поможет иметь здоровую привязку, если я отпущу? Если я передам ему ответственность, так или нет? Или вообще нахуй от енота избавлюсь? Так, я тоже сова, ага. Так, класс. Я сова, хозяйка леса. Это в лапах мои ресурсы. Я самостоятельная, молодец. В лапах мои ресурсы, смотри. И эти ресурсы, да, указывают, куда идти. Они мне помогают двигаться вперед, да? Молодец. Супер, супер, девочки. Прям сделайте себе скриншотик этой фотографии. Давайте. Значит, картинка номер 2. Вопрос тот же. Что мне поможет иметь здоровую, а не больную привязку к нему, к этому мужчину или к мужчине в принципе, к мужчинам в принципе, оценивать нашу связь нормально, по-здоровому, не по-больному, не привязываться к нему с больной стороны. Больные все стороны мы с вами с утра до вечера уже сегодня прям все обмозговали. Карта номер 2. Поехали. Какие ресурсы мне помогут обрести здоровую связь со своим партнером, а не больную, где я закрываю ним как пластырем свою самооценку, свои финансовые проблемы, то, что мне скучно по жизни,
то, что я выжить сама не могу, там как-то эмоционально, финансово и так далее, да, пластырем просто использую, потребительски к мужчинам подхожу, потому что мне перед обществом стыдно, что я не замужем или разведусь, да, это все больная привязка. Отсюда и страх потерять, больной. А как мне иметь здоровую привязку? Какие ресурсы мои внешние и внутренние, мои внешние действия, что мне поможет, да, сделать эту связь здоровой? Вот она есть у меня, или там вот мужчину я ищу, да, по-здоровому, а не потому, что я хочу что-то себе залатать. Угу. Любовь к себе, своя реализация, быть в равновесии, плюшки, учиться кайфовать, развлекаться одной, молодцы, пойди попить чайку и отъебаться от него, молодцы, фокус на себя, молодцы, напечь печенье и пить с ним чай, вот, отдавать, да, вот в этот уют, кайфовать от уюта, как самостоятельная личность, уметь кайфовать от союза, от дома, угу. Быть спокойной. После вкусного закрытия потребностей у мужчин. О, молодцы. Так, наслаждаться своей жизнью, да. И баранками, да. Узбагуиться правильно, кайфовать себя и своего окружения. Больше наслаждаться жизнью. Да, молодцы, молодцы. Итак, девочки, это вторая карта. Поехали, третья карта. Вопрос у нас остается тот же. Какие ресурсы мне помогут установить вот эту вот связь с мужчиной здоровую? А не больную привязку. Здоровую привязку к мужчине, а не больную. Поехали. Какие ресурсы, какие внешние, да, какие внешние, значит, мои действия, какие внутренние мои ощущения помогут мне